Слово «шиномонтаж» она, пожалуй, еще не выговорит. А вот отремонтировать колеса машины – это запросто. Конечно, пока игрушечный. Кататься на ней Настя тоже любит. Правда, получается не очень. Мешает травма ноги. Это последствия нескольких операций. Первое хирургическое вмешательство Настя перенесла на 8-й день жизни. У девочки тяжелый врожденный порок сердца. Все операции были сложные на открытом сердце. А впереди еще две. Если не делать операцию, то я боюсь, что ребенок просто не проживет долго. Это обязательно надо делать. Потому что такой порок раньше, выявляли этот порок у детей, но операции не делали. И сколько вот ребенок прожил, столько, как говорится, вот, столько и прожил. Сейчас вот, слава богу, у нас медицина движется вперед, и многих детей сейчас спасают. Из-за порока Настиному организму катастрофически не хватает кислорода. У ребенка синеют губы и ногти. Насколько сильный дефицит, помогает понять этот прибор. В норме вот у здорового человека должно быть где-то 100 показаний. Ну, 99-100. У нее 85-86, но для нее сейчас это норма. Одну операцию, как и все предыдущие, Настя сделает по квоте. А вот вторую придется делать за свои деньги. Ее стоимость 600 тысяч рублей. Предварительно мы должны провести ряд процедур, в частности, зондирование полостей сердца и закрытие дополнительных сосудов, которые отходят от аорты в сторону легких. Это жизненно необходимая операция. В семье у нас работает только папа. Я сижу с ребенком. У нас еще бабушка, которой 80 лет уже исполнилось. Естественно, мы бы, навряд ли, конечно, смогли. Просто даже если мы ее оплатили, то как бы мы потом бы могли бы Настю воспитывать. На лечение Светы тоже не было денег. Девочку воспитывает бабушка с дедушкой. 200 тысяч рублей на поездку в московскую клинику пожилые люди собрать были не в состоянии. А Светин диагноз – ДЦП – требует непрерывного лечения. Помощь Русфонда и зрителей ТНТ «Саратов» была неоценимой. Врачи сказали не бросать. Как можно больше старайтесь ездить с ней, потому что подобрали мы свое лечение, лечение дает свои результаты. Поэтому они говорят, сейчас бросите, не соберете деньги, процесс пойдет на 5 назад. Бросать лечение нельзя и Насте. Состоится операция или нет, для маленькой сартовчанки это вопрос жизни и смерти. Помочь ей можно, отправив даже одно СМС на номер 5542. В сообщении напишите «Дети». Ольга Маркова, Александр Кравченко. Новости. Телеобъектив.